Анна Баркова, поэт начала прошлого века, поэт очень трудной судьбы, которая больше 30 лет провела в сталинских лагерях все свои лучшие годы. Писала при этом, что меня, конечно, удивляет, в таких условиями жизни это назвать невозможно, и все-таки писала стихи. И издан сборник был, по-моему, только вот в 2002 году. В общем, совсем недавно. Мы ее, собственно, и не знали. Несколько стихотворений из цикла «Иванушка». Это я их объединила под это название. Давно родимой матушки у седого у Иванушки нету роду, нету племени, лишь кудёрышки на темени. Растрясли, все отбросили, покинули, на плечо сумму накинули и пошли душой свободные, бесприютные, голодные. Вышел Иван из вагона.